Итак, июнь 2024 года, мы на Курской косе, идем по экотропе в визит-центру. Там основные комплексы музейные. Лента времени, тропа, ведущая в визит-центр на Курской косе. Живописное место национального парка оформлено табличками с интересными фактами о жизни на Курской косе, начиная со второго тысячелетия до нашей эры. Вот как леса вырубали на Курской косе. Песчаная катастрофа. Вот еще один парень. По пути попадаются вот такие местечки для отдыха. Сел, перекусил, пошел дальше. А называется эта тропа визит-центр «Аллея жизни». Встречает нас вот такой гномик или лесной человек. На самом деле это карлик Трампель. Сейчас вступаем на следы разных зверей, птиц и еще кого-то. Идем по этим следам. Ага, чьи же это следы? Лисицы обыкновенной, бобра, барсука, лося и серой цапли. Ну вот видим избушку, да, на курьих ножках. Значит, это владение Бабы-Яги. А вот это, наверное, она сама Баба-Яга. Вот еще один лесной человек. Вот и музей русских суеверий. Входим в музей русских суеверий. Года исполнилось 10 дней назад, и 20 лет я просидел в этом музее и понимаю, что за убийство мне еще дают. 20 лет я рассказываю про домовых, намекая на то, что в это верили прабабушки. А как вы будете к этому относиться, каждый решает на себя. Верить во всю фигню или не верить. Я не сильно напрягаю людей. Этот музей не про веру. Он про быт, традиции и культуру русского народа. Потому что если заглянуть в энциклопедию и посмотреть, а что такое культура? Это совершенно точно. Я бабки каждый год 10 февраля приготавливаю кашу вкусную. Если каша особенно хороша, поселится жировик, толстяк, обжора и сластена. Вот эта девочек оберегает до 100 лет включительно, это Вострюха. Самый главный женский домовой на Руси. И дом от пожаров и воров оберегает. Дремушка навевает добрый сон хорошим людям. Банников нет ни у кого на свете, у нас их два. Вот эта парочка, редчайшие персонажи и место, которое обзывается баней, было почти сакральным местом на Руси, местом почти священным, местом, где смыкались два мира, мир двух мир живых.
Ну и вот эта вся публика вокруг дома. Дворовые, сарайники, овинники, хлевные, клетники. Немножко хулиганов есть. Чудят вот эти по ночам, чудинки, репуганки. Посторонние звуки в доме. Кикимора безобразничает с рукоделием. Хулиганит ее сынок домового, дитя весь мамашка. Запечники активизируются, прочие посуды, игропочку. А вот этих бабок надо запомнить. Это злые дни. Это маленькие старушки, которые перед все продают. Раньше воровали очки, тапочки, расчески не хватало. А вот, наверное, черный рыцарь, который здесь, на Курской косе, живет. Русалка на сетях висит. Из пней, из веток, из корешков. Все филигранно вырезано.